Миссия, проповедь для пробуждения веры, присуща самой природе единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Заключается она в провозглашении Благой Вести всему миру и направлена на спасение каждого человека. Миссия, как апостольство, всегда составляла главнейшую из обязанностей церковных людей, как исполнение заповеди Господа своим ученикам. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча соблюдать их все, что Я повелел вам». Евангелие от Матфея. Миссионеры Белгородской митрополии собираются в дальнюю дорогу. В домовом храме Белгородской православной духовной семинарии с миссионерской направленностью совершается молебен. Наш путь лежит в поселок Тикси, республики Саха, Якутия, где еще несколько лет назад синодальным миссионерским отделом Русской православной церкви был основан миссионерский стан Спасский. За это время там побывали, неся пастырскую службу, 15 священнослужителей Белгородской митрополии и еще больше семинаристов. Я себя поймал на мысли, что где-то месяц назад мне захотелось вернуться назад и вот этот воздух северный вдохнуть. Даже песня есть такая, да? Если раз ты увидел север, не разлюбишь никогда, да? Если полюбил. Я сначала думал, что это такие песенные метафоры. А теперь я понимаю, что что-то есть такое удивительное. На север, я думаю, что те люди, которые летят первый раз туда, я думаю, что они такими же впечатлениями вернутся назад. По благословению митрополита Белгородского и Староскольского Иоанна в список участников поездки был включен и я, актер Белгородского академического драматического театра имени Щепкина, корреспондент телерадиокомпании «Мир Белогорья». Никогда не бывал в тех краях, но и еще интересно тем, что это миссионерская поездка с нашими священнослужителями, с владыкой Иоанном. Владыка там будет освящать храм. И интересно посмотреть, как живут православные на краю земли. Живут очень интересные, добрые люди. Я там бываю не в первый раз уже. И мне очень радостно, что я буду участвовать в том, что возжжется здесь неугасимая надея свеча молитвы за веру православную. Утром следующего дня приехали на военный аэродром в Центральной России. Надо сказать, что военные в течение всей экспедиции оказывали миссионерам всяческую помощь. Кормили в солдатских и офицерских столовых, устраивали на ночлег, если вылет откладывался. В этот день мы так и не смогли вылететь. Погода, к сожалению, зачастую от нас не зависит. Сейчас условия явно неприемные, поэтому возникли проблемы с нашей отправкой отсюда. Но я так думаю, что мы преодолеем это все. И спокойненько полетим дальше. Благодаря задержке мы побывали в музее дальней авиации. На его открытой экспозиции увидели легендарные боевые самолеты. К вечеру следующего дня грузимся в самолет. На Ил-76 мало кто из участников делегации летал. Молитва перед полетом. Долгие часы полета, посадки. Каждый раз двухчасовое техническое обслуживание самолета. Это действительно трудно и тяжело, потому что нет привычки к подобным перелетам, к подобным путешествиям. Это некомфортный пассажирский лайнер, это самолет транспортной авиации, и многие из привычных удобств здесь отсутствуют. Но сейчас и здесь мы приобретаем тот самый положительный опыт, когда мы сплачиваемся и становимся дружнее, потому что нам всем тяжело, нам всем трудно, и эти трудности нас объединяют. Мы становимся командой, мы становимся более дружны, и это помогает нам преодолеть и расстояние, и тяготы пути, и вместе с тем мы все вместе идем к одной цели и движемся к тому самому моменту, ради которого все собрались.
к божественной литургии, к освящению храма миссионерского стана Спасский в поселке Тикси. Прилетели в Тикси поздно вечером и сразу в храм. Приготовление к завтрашнему освящению. Поселок городского типа Тикси – самый северный населенный пункт Якутии, центр Булунского улуса. В 2006 году построили небольшую церковь в так называемом Тикси-3, в военном городке в 7 километрах от основного поселка. Но с уходом военных храм, к сожалению, оказался невостребованным. Попробуй доберись сюда, когда на улице зимой может быть и минус 45, и минус 50. Новый храм построили в центре поселка. Октября 2014 года войдет в духовную историю и Тикси, и всей Якутии. День освящения храма во имя преподобного Серафима Вырицкого и святителя Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца. Чин освящения совершили председатель синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви, митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн и епископ Якутский и Ленский Роман. Сослужили им священнослужители из Белгорода, Якутска, Москвы. Резьбу иконостаса выполнил один из белгородских миссионеров, который в свое время нес здесь послушание. Я делал основы иконостаса. Когда мы сюда прилетели, пошли смотреть храм. Это как бы родилось спонтанно. У меня есть некий опыт резьбы. Остальное уже роспись, это уже мое. Но здесь использованы мотивы якутские. Да, я решил делать композицию из элементов якутского орнамента, которые для них имеют такие светлые и пасхальные символы. То есть, в частности, на арке узор, который можно сопоставить с образом пасхального яйца. То есть, символ зарождения, крестная почка с зародышем жизни. То есть, это вполне пасхальный символ. Возьмите врата, князи ваши, возьмитеся врата вечные, вдите царь славы. Возьмите врата, князи ваши, возьмитеся врата вечные, и вдите царь славы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господу помолимся. Серафимо-Никольский храм миссионерского стана Спасский в поселке Тикси освящен. За полярным кругом появился еще один Дом Божий. Ну, впечатление, конечно, грандиозное, потому что вообще для православных христиан очень полезно периодически прикасаться вот к осязаемому чуду. В данном случае это было освящение храма, когда мы приехали вечером. Это еще было церковное здание. И, в общем, было ощущение, что какого-то штриха не хватает. Но утром после освящения храма было удивительное, осязаемое прям ощущение преображения храма. То есть здание церковное стало храмом Божьим. Это удивительное ощущение. Я говорю, просто давно вот настолько вот осязательно не испытывал вот это духовное какое-то, ну, в данном случае преображение храма, да, такое вот. Это главное, пожалуй, вот главное впечатление. А вообще, конечно, само место Тикси очень необычное, очень такое удивительное, потому что оно, хочет или нет, оно просто своей природой удивительное, оно вызывает созерцание. Эти сопки, которые вот как они вот, видимо, еще при создании земли, сотворении земли, они вот, видимо, тысячелетиями так и стоят, неизменяемые. И это, конечно, завораживает. Митрополит Иоанн и епископ Роман совершили в освященном храме первую божественную литургию. Еще в конце 90-х годов местные жители обратились в епархию с просьбой открыть приход в Тикси. Священник из Якутска приезжал один раз в год. В апреле 2010 года в Тикси по благословению митрополита Иоанна
приехал сотрудник миссионерского отдела игумен Агафангел Белых. Я не знаю, по воле Божьей появился у нас отец Агафангел. Вот он приехал. Мы сначала служили в квартире, в домовом храме. Но мечтали мы о храме. Потом осветили место под храм, поставили балок и начали молиться там. Молились сначала год, мы зиму молились вообще без отопления. У нас была печка-буржуйка, мы с буржуйкой молились в храме. Потом поставили обогреватель, стали греться на службе. Вот. Ну и потихонечку уже заложили фундамент под храм и начали строить вот этот храм. И слава тебе, Господи, даже не верится. Вот так вот потихонечку мы здесь. Вот и получилось. Строили, строили и построили. Этот день наверняка останется в памяти всех прихожан. Они выстрадали этот храм, долгие годы молясь в приспособленной квартире или в холодном вагончике, в зимнюю вьюгу добираясь до гарнизонной церквушки. Они вымолили этот храм. Когда Тикси-3 построили вот этот благослужебный храм, тоже мы туда ездили. То есть, ну, конечно, здание было маленькое, как говорится, ездить сложно было каждый раз. Ну, на Пасху всегда выезжали туда. А теперь у нас радость большая. Нам осветили, построили, осветили церковь. Я здесь родилась в 45-м году. И мои родители здесь. Мы жили, они строили этот поселок, просто вот когда на глазах, как говорится, поселок умирал, то это просто, а сейчас просто радость. Храм нужен здесь? Обязательно храм нужен, обязательно, потому что любая какая-то, какая-то неприятность или что, кому бежать? Идти только в храм и молиться. Я очень рада, что у нас появился храм. Такое волнение душу хватает. Я не знаю, вот небо на землю спустилось. Единственное, что мне очень жаль в душе, прям плакать хочется, что родители наши не дожили. Не дожили до этой поры, что не увидели. Но они там с небес радуются тоже за нас, что у нас есть храм. Надеемся, что Бог будет с нами всегда. Мы ходили, когда тут было холодно. И мы, несмотря ни на что, ходили, молились. И теперь тем более. Мы ходили и верили, что, несмотря ни на что, у нас как бы Господь с нами будет. И тут все возрождение будет, тут глубокая вера такая была. У нас, когда появился в храм Тикси-3, уже свет для нас был открыт, свет, как говорится, появился. И там он маленький, и протекал, и все мы там убираем, и все делаем, и все. А когда здесь стали строить храм, то это вообще очень хорошо. Он здесь нужен, там и там храм нужен, и здесь нужен обязательно храм, и будет возрождение у нас. Появление в Тикси православного храма пришлось по душе и местным властям. Сегодняшнее событие, да, вот, она имеет не только вот, скажем, для Булунского области, для республики, она имеет большое значение для всей страны. Всегда Тикси был морскими воротами республики Саха-Якутия. Тем более на сегодняшний день геополитика говорит о том, что Арктическое побережье, она сейчас имеет стратегическое значение. Но сегодня, когда шла молитва после освящения храма, яркое такое солнышко появилось. Это, я хотел бы сказать, что это знак судьбы. Встретили мы здесь и своего земляка. Алексей Дорохов, воспитанник Грайворонского духовного центра во имя святителя Иоасафа, епископа Белгородского чудотворца, сейчас военнослужащий по контракту. Принимал самое активное участие в строительстве и обустройстве храма. Буквально недавно я сюда прилетел, и здесь был, ну, так скажем, ровный пустырь. Здесь ничего не было. А вот лица трудами отца Агафангела. Вот такое радостное у нас сегодня событие. Здесь до сих пор процветает поклонение духам и так далее. Ну, это национальная религия, как бы, ее тоже нужно уважать, но все-таки нужно просвещать светом Христовым истинным.
Оставит неизгладимый след это богослужение и в памяти священнослужителей. Кто-то из них уже нес послушание здесь в качестве миссионера, кто-то приехал впервые. Я был как семинарист, а сейчас уже Господь сподобил священником быть. И люди даже так удивились, думали, мы остаемся такими же, останемся. Но как бы уже в качестве священника побывать удалось здесь. У нас очень большие важные дела, какой-то очень плотный, важный распорядок. Где-то ждут люди, что-то там совершается, какие-то глобальные проекты. А здесь время остановилось. И в этом покое. Голова немножко очищается от этого наносного, вроде важного, на самом деле очень второстепенного. Человек начинает думать о вечности. Это не пафос, это чувство души сейчас, такое понимание. Я здесь уже второй раз. Конечно, приятно мне здесь бывать, встречать тех людей, с которыми мы общались прежде, видеть, скажем так, и их подъем религиозный, то, что они заботятся о приходе, никуда они не ушли, не отпали, наоборот, выросли, окрепли в вере своей. О том, что приход умножается, это радует. Было очень необычно, прежде всего, побывать в таком месте, потому что не каждый раз посещаешь дальний север, тем более такую крайнюю точку, как Тикси. И было, с одной стороны, необычно, даже где-то и страшно, но в то же время очень интересно. И когда ты видишь те народы, которые здесь местные жители населяют, то видишь, что это сделано не зря. И этот храм, дай Бог, чтобы он существовал еще долгие и многие лета, а люди с такой же радостью и преданностью, какую они ощутили во время богослужения, чтобы они и принимали эту радость. Мне, как уроженцу якутской земли, особенно приятно побывать здесь, в поселке Тикси, и видеть возрождение православия в Якутии. То, что сделал отец Агафангел в своем просвещении якутского народа, живущего здесь, действительно, это очень большая его заслуга, и большая заслуга перед церковью. Постройка храма, который Серафима Никольского, который мы осветили, он является тем, что тем символом возрождения веры Христовой на Северной земле. И это особо отрадно видеть, когда ты растешь здесь, на этой земле, видишь, как с нуля все здесь начиналось, и как все это превращается в символическом смысле цветущий сад духовный. Более 50 человек причастились за этой божественной литургией святых Христовых тайн. Митрополит Иоанн передал в дар храму икону небесного покровителя святого Белогорья, святителя Иоасафа, частицей его мощей. Вместе с освящением храма благодать Божия преизобильно будет почивать на месте сем и на районе, и на нашей Якутии. Несколько столетий назад усилия многих героических людей, твердых в вере, решительных в делах, нужно было, чтобы освоить эти земли и ввести их в культурное пространство Святой Руси. Потом наступил век 20-й, век богоборческий, век гонений, и Святая Церковь, которая еле-еле утвердилась на этих бескрайних землях, подверглась страшному гонению. Из более чем 200 храмов на территории Якутии не осталось ни одного. Из более 300 священников ни одного. Все были или в гулагах, или в мучениях, или в заточениях, или прияли венцы небесные. И вот наступило время благоприятное, время, когда Господь дал нам свободу исповедовать веру Христову и снова возрождать святые храмы. Я сердечно благодарю в этот день владыку митрополита Белгородского и Староскольского Иоанна, председателя синодального отдела,
который так богомудро понял еще за несколько десятилетий до ныне декларируемого возрождения арктических районов и Арктики как таковой, значение этого места и в жизни России, и значение возрождения храма для каждого жителя. Владыка Иоанн в конце 90-х годов принял решение опекать Булунский улус и, в частности, Тикси силами синодального отдела. И это попечение выразилось и в регулярном богослужении, и в регулярном окормлении, и во многих иных духовно-просветительских проектах, плоды которых в лице стоящих здесь верующих православных мы видим. Мы радуемся, и Господь посещает нас. И еще вчера здесь кипела работа, и было непонятно, успеем мы или нет. Буквально после всеночной привезли престол, и его клеили всю ночь, потому что он должен был предстать сегодня как жертвенник, и он таковым стал после молитвы и освящения. И Дух Божий почил на доме сем, и он стал домом Божьим. Руководство страны в последнее время не раз заявляло о важности для государства и экономического, и военного, и культурного, и духовного развития северных территорий. Местные жители связывают освящение нового храма с ожидаемым возрождением поселка. Праздничный день освящения Серафимо-Никольского храма в поселке Тикси завершился концертом. Казачьи песни прозвучали в исполнении участников митрополичьего хора из Белгорода. Архиереи вручали награды отличившимся при строительстве храма. Затем выступила московская группа «Ихтис». На якутской земле звучали духовные песнопения на разных языках, славящих Спасителя и святую веру православную. Сегодня утверждается главная истина. Христос побеждает смерть, побеждает мертвенность. И радость, которую сегодня испытали люди в зале литургии божественной, когда причащалось более 50 человек, все это говорит о том, что Божье благословение преодолеет любую разруху, любую мертвенность. Главное нам верить, главное нам любить и созидать. То духовное возрождение, которое произошло и происходит здесь, оно бы не произошло. Так он и осваивался, этот край, общими усилиями. Я сейчас благодарен бесконечно. Тоже благословение попросил. Если автомобили с грузами спешат в Тикси, значит, жизнь возрождается.